В городе Югорске Ханты-Мансийской епархии в Светлую Седмицу пройдет региональный фестиваль «Пасха Красная». В этом году к традиционным номинациям добавится еще и фотография. Искусству светописи дети обучаются в православной гимназии. Также, готовясь к светлому торжеству, гимназисты расписывают узорами пасхальные писанки и репетируют песни и пасхальный тропарь, чтобы принять участие в храмовых богослужениях. Слово нашим региональным коллегам. В православной гимназии Югорска в этом году впервые стали преподавать фотодело. И к Пасхе решили открыть выставку работ ребят. Начали изучать новый предмет с теории. Построение композиции, прочтение образа и сюжета, а еще ракурс, светопись. Десяток мальчишек и девчонок постигают жанровые особенности, запоминают имена мастеров фотоискусства, а на практике отрабатывают навыки. Лера, Филипп и Саша – самые прилежные ученики. Она у нас православная гимназистка, можно снять ее на фоне куполов. Меняем ракурс. Чуть-чуть рукой. Открыли заполняющую вспышечку. Вспышечка почему? Потому что лицо у нее в глубокой тени. Ну вот, отлично. У нас получился неплохой портрет. С одной стороны, гляди, вспышечка немножечко подсветила лицо, улыбочка и крест на заднем плане. Ребята уже знают, что такое портрет, пейзаж, интерьер. Фотографировали детей и животных. Но вот считают, что православное фото должно отличаться от других. А к праздникам быть так совсем особенным. К Пасхе я бы сфотографировал храм, еще освящение куличей, яйца пасхальные. Пасха – это светлый праздник в церковном календаре, у детей самый любимый. Он воодушевляет их на творчество. А в фотографии так много можно передать. Например, мир святого и ценного для каждого человека во всем многообразии. Мне кажется, фотография должна показывать людям, что в мире есть красота прекрасная, что Бог сотворил этот мир необыкновенным, и нести это людям. Работы ребят примут участие и в конкурсе. В Югорске в Светлую Седмицу пройдет региональный фестиваль «Пасха Красная». В этом году к традиционным номинациям добавится еще и фотография. В рамках конкурса «Пасха Красная», конкурс благочиния, епархиальный конкурс, тоже у нас дети готовятся к этому мероприятию, тоже фотографируют, ходят по улице. Это и храм, и природа, вот, все, что сотворено Богом. Вот, таким образом, мы готовимся к празднику Пасхи Христовой. А вот девчонки в этом классе ходят в студию «Мастерилка» и создают своими руками всю эту красоту. На этом занятии они покрывают узорами пасхальные писанки. Лучше использовать краску акварельную, акварель медовая, российского производства. Используем еще акриловые краски. Используются цвета обязательно яркие, красные, золотистые, желтые, зеленые. Те цвета, которые олицетворяют жизнь, рождение, рождение Земли, рождение Христа. Лучшие работы по традиции займут место на праздничной выставке. Репетируют гимназисты пасхальные детские песни и пасхальный тропарь. А еще готовятся принять участие в храмовых торжествах.